Асфальт должен служить дольше, быть прочнее и долговечнее. Так нам говорят федеральные стандарты. Именно для того, чтобы им соответствовать, все предприятия, которые производят асфальтобетон, должны быть модернизированы. Отличный пример нового поколения – завод компании «Дорстройтрест» в деревне Новинки Фурмановского района. Здесь производят все типы смесей. Построили завод за 50 миллионов рублей. Откроют 50 новых рабочих мест. При 4% влажности материалов данная установка выпускает в пределах 160 тонн в час асфальтобетонной продукции. То есть в смену возможно изготовить более 1200 тонн в час, соответственно, в месяц около 30 тысяч тонн. В год по продолжительности строительного сезона объем ориентировочно около 200 тысяч тонн. Этот завод построили, а чтобы модернизировать под стандарты уже существующие предприятия, нужно от 20 до 50 миллионов рублей инвестиций. Такие суммы могут потянуть только крупные игроки на рынке. Но если им удастся, продукция будет высшего качества. Раньше при производстве асфальта использовали две фракции щебня. Будут использовать 4. Это позволит увеличить расчетный и межремонтный срок с 3 до 12 лет. Это другие сита, это другой щебень используемый, это узких фракций, гранитный щебень, это другие составы, другие битумы. Щебеночно-мастичный асфальтобетон имеет повышенные эксплуатационные характеристики, большую устойчивость к истираемости, износу и в 2 раза по сроку должен служить дольше при его качественной укладке. Чтобы соответствовать стандартам нацпроекта, в регионе модернизируют 4 завода. Еще один в Савине возведут с нуля. Всего в 2019 году на строительство, реконструкцию, ремонт дорог предусмотрено 3,3 миллиарда рублей. Половину суммы выделяют федералы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Отремонтируют на них 119 километров региональных трасс. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново, Фурмановский район.